собрался в этом прекрасном торжественном зале. Мы приветствуем достопочтенных учителей. Безумно волнующихся мам, пап, дедушек, бабушек и гостей. Сегодня в нашей школе чудесный праздник. Праздник, который с нетерпением ждали выпускники. Позади экзамены, впереди интересная жизнь, полная волнующих моментов. Этот праздник дорог для всех, кто находится в этом зале. Он дорог родителям, которые на протяжении 9 лет волновались за своих детей и вместе с ними переживали победы и поражения. Он дорог учителям, ибо они провели с выпускниками много времени, пытаясь сложить в голову знания, а в душе добрые помыслы. И, конечно, он дорог самим героям праздника. Мы говорим героям, так как они преодолели очень важный этап на большом пути под названием «Жизнь». И сегодня прекрасный праздник, торжество молодости, молодости и красоты, дружбы и веселья. Праздник выпускников! Внимание, внимание! Школьный поезд номер 2016, следующий по маршруту детство-юность, отправляется с первого пути. Общеобразовательная школа номер 28 города Брянска. Нумерация вагонов с головы поезда. Просьба пассажирам занять свои места. Внимание, внимание! Пассажирам школьного поезда выпускных вагонов номер 1 9 А, номер 2 9 Б классов приготовиться к паспортному контролю и получению документа, удостоверяющего зрелость отбывающих во взрослую жизнь пассажиров. Встречайте, выпускники 9 А класса и классный руководитель, учитель высшей категории, почетный работник общего образования, чья педагогическая деятельность неоднократно была отмечена на высшем уровне, Корсикова Галина Федоровна. Этот радостный победный май. Призер муниципального этапа Олимпиады по литературе. Победитель районного первенства по баскетболу. Победитель международной заочной олимпиады по французскому языку. Макаренкова Лера. Победитель и призер городских и областных соревнований по спортивному ориентированию. Меляков Андрей. Призер областных соревнований по метанию гранаты. Куприна Влада. Призер всероссийского конкурса «Познание и творчество». Маркин Даниил, Меляков Андрей, Савушкина Вера, Полякова Анастасия, Реченко Даниил, Шокот Александр, Носовец Анастасия, победители районного конкурса «Патриотической песни». Бабаян Анна, победитель областных соревнований по тяжелой атлетике. Реченко Даниил, награжден похвальным листом по итогам 2015-2016 учебного года. Призеры районных соревнований по волейболу. Меляков Андрей, Маркин Даниил, Шокот Александр, Реченко Даниил, Артамонов Василий, лауреат второй и третьей степени регионального конкурса «Поющий смычок». Класс неоднократно был отмечен в номинации «Самый активный класс», «Самый добрый класс», не раз побеждал в сборах макулатуры. Помогали благоустраивать учебные кабинеты и боролись за чистоту школьного двора. Маркин Павел, Думикян Артур, Киселев Евгений, Слепенюк Никита, Гончарик Илья и Авдусь Евгений. Церемония открытия торжественной части выпускного вечера объявляется открытой. Oh!
без рулевого. Директор, верный страж порядка, гарант, как нынче говорят, на все имеет строгий взгляд и школе предан без остатка. Слово предоставляется директору школы, отличнику образования Российской Федерации, педагогу высшей категории, награжденный почетной грамотой областной думы Совета депутатов Елозиной Ольги Ивановне. Вот и наступил момент, который, наверное, можно назвать моментом истины. Когда все позади, когда можно смело и спокойно посмотреть друг другу в глаза, потому что выполнено главное. Все 56 выпускников 9 классов школы номер 28 получат сегодня свой первый и главный документ – аттестат об основном общем образовании. И это, конечно, здорово. 6 ребят получат сегодня аттестат особого образца. Вы их увидите сегодня, это тоже здорово. А самое главное, что там у нас есть мальчики замечательные, которые пойдут с нами дальше. Ну, коли это вот последнее такое мое публичное перед вами выступление, да, и коли я говорю о том, что это момент истины, то позвольте мне немножко об этой истине чуть-чуть порассуждать. Мы с вами вот в таком составе, почти в таком, виделись ровно месяц назад. На последнем звонке все было красиво, все было здорово, все было замечательно. Прошел всего один месяц, но за этот месяц и вы, и ваши дети получили опыт. Его можно назвать по-разному. Можно сказать положительный, можно не очень. Но самое главное, что они прошли вот через эту процедуру государственной аттестации. И сделали это успешно. Пусть не с первого раза, но тем не менее. И этот опыт очень и очень важен. Он вам пригодится на будущее. Еще один момент, о котором не могу сказать. Вот символом сегодняшнего нашего торжества и дети, и вы, и классные руководители выбрали поезд. Конечно, не случайно, потому что движение – это жизнь. Так вот, дорогие мои дети, я желаю, чтобы вы не останавливались на достигнутом, чтобы вы двигались вперед. Вот сейчас, представляя ваши классы, назвали ваши заслуги помимо учебных. Да? Помимо знаний, помимо аттестата, это все очень здорово. Двигайтесь вперед, развивайтесь, ищите свое дело по душе. Но не забывайте, пожалуйста, что все-таки все эти достижения, это очень хорошо, но они ничего не будут значить вот без той маленькой синенькой книжечки, которую вы получите сегодня. Вот эта книжечка, аттестат, открывает перед вами широчайшую дорогу. Найдите себя, выберите себе дело по душе. И еще, товарищи родители, я открыто и честно, смотря вам сейчас в глаза, могу сказать, что педагогический коллектив школы номер 28 сделал для ваших детей все возможное, а извините, иногда и невозможное. Дети меня поймут. Я затрудняюсь сейчас сказать, все ли положительно или есть какой-то отрицательный момент. Но, если вы помните, я в этой школе работаю директором ровно 9 лет. Столько, сколько ваши дети учатся в этой школе. И я всегда говорила, и всегда говорю, и, наверное, буду говорить дальше, когда приходят первачки, я всегда говорю родителям: товарищи родители, вы привели своего ребенка в школу, вы нам его доверили. Мы постараемся ваше доверие оправдать. Я очень надеюсь, что, видя сейчас перед собой вот таких замечательных выпускников, уже не мальчиков и девочек, а юношей и девушек замечательных, я думаю, что мы ваше доверие оправдали. Очень на это надеюсь.
об основном общем образовании вручается Коньковой Ульяне Алексеевне. Гордости школы Камазенковой Полине Александровне. Воробьевой Анастасии Дмитриевне, не раз прославлявшей честь школы. И особенно, конечно, приятно, трепетно вручать аттестаты мужчинам. Аттестат особого образца вручается Маркину Даниилу Сергеевичу. Реченко Даниилу Сергеевичу. Ну что ж, вот эти 5 звездочек заслуживают самых бурных аплодисментов. Ребята, проходите в зал. Наши дети стали старше. Наш поезд снова в пути. Что же нас ждет еще впереди? И первый учебник, и первый урок, и первый заливистый школьный звонок, и первый наставник, ваш первый учитель, кто дверь вам открыл на дорогу открытий. Дорогие Ольга Владимировна, дорогие Ольга Владимировна и Светлана Михайловна, посмотрите на своих детей, на их счастливые лица. Вы нас узнали? Посмотрите, стоят здесь ваши первоклассники. Большие ранцы мы носили, линейки, ручки, промокашки. Мы вас с любовью вспоминаем, такой родной, такой знакомой. Как мама вы к нам относились, и с вами были мы, как дома. Спасибо вам, земной поклон от всех учеников примите. И также бережно, любя учеников своих учите. Об основном общем образовании приглашаются выпускники, родившиеся под знаком весы, гармоничные, нежные, элегантные и тактичные, близнецы, подвижные, словно ртуть, рыбы, созданные тонкие и чувствительные, готовые любить и сострадать, и водолеи, противники лицемерия и лжи. Итак, внимание! Аттестат вручается Синякову Владиславу Петровичу. В детстве все другое, более яркое. В детстве мы так спешим повзрослеть, а став взрослыми, так хотим вернуть назад несчастливого детства. Предлагаю выпускникам вспомнить сейчас последние 5 лет школьной жизни и посмотреть на них с юмором. Не решается задачка, хоть убей. Думай, думай, голова поскорей. Думай, думай, голова, дам тебе конфетку.
В день рождения подарю новую беретку. Думай, думай, в кои веки прошу. С мылом вымою тебя расчешу. Мы ж с тобой не чужие друг дружки. Выручай, а то как там по макушке. Открыла тетрадку, портфель на снегу, и глаз от пятерки отнять не могу. Красивая, с точкой, морковки красней, тетрадка такая нарядная с ней. Я из школы шел, медленно-медленно, все придумывал отговорки, нес четверку по геометрии, а по-русскому полчетверки. Здесь благороден дневник Иванова, с ним Иванов обошелся сурово, но если бы не был суров Иванов, то был бы отец Иванов суров. Мы посетив весь день искали, пришли домой примерно в 6. И тут нам папы показали, что негативы тоже есть. Опять собрание состоится в школе, пройдет оно в привычном стиле. Хожу по дому, грустный, невеселый, быть может, в детстве также вы грустили. Сомнения и тревоги душу гложет, воспоминания о тяжелой доле. Опять учителя меня заложат за все мои дела, проказы в школе. Сижу один, тоскуя в ожидании, и в памяти перебираю снова, о чем расскажет маме на собрании, что сделал в этой четверти плохого. Запрятал я надежно в дальний шкафчик, а ремень отцовский для расправы новой. Какой я в школьной жизни неудачник, я изменюсь, даю я всем вам слово. Носятся целый вечер с горки, а я сижу за книгами, мне нужны пятерки. Ноги затекают и спина простужена. Поскорей на пенсию отдохнуть заслуживаю. В понедельник я старался и без двоек продержался. Вторник тоже молодцом, шел сияющим лицом. Но среда, четверг, а пятница, кто в дневник посмотрит, пятница. Бедный папа мой родной посвятил мне выходной. Мы читали, мы писали, мы делили, вы читали. Мы футбол смотреть не стали, мы забыли, что устали. И подумал я, ну честно, что учиться интересно. Муравей на перемену, в школу шумную зашел и застыл от изумления перемены поражен. Муравей, скажи хоть слово, он сказал. Вот это да, муравейник, а такого я не видел никогда. Сегодня день невезения, и контрольное тому подтверждение, что могу я написать в понедельник. Шпаргалка, верный ангел-хранитель, в рукаве моем лежит без движения. И я жду, когда любимый учитель отвернется от меня на мгновение. Она прошла, как королева, по рядам остановилась далеко от меня. Я оглянулась и посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть, как буду списывать я. Она прошла, как королева, по рядам остановилась далеко от меня. Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть, как буду списывать я. А сосед мой парень тоже бездельник, он вчера был на моем дне рождения. И увидел у него три видения, то ли формулу, то ли видение. За мной девочка сидит, мой спаситель, сероглазая отличница наша. И я жду, когда любимый учитель отойдет от нашей Даши подальше. Она прошла, как королева, по рядам остановилась далеко от меня. Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ни она, чтоб посмотреть, как буду списывать я. Она прошла, как королева, по рядам остановилась далеко от меня.
Уважаемые учителя, любимые папы и мамы, дорогие гости, мы прибыли на станцию «Школьные годы». Внимание на экран. Школьные года, дети вырастают и взрослеют навсегда. Шалости и игрушки забываем мы. Выросли подружки, все в кого-то влюблены. А детство уходит очень жаль. Все проходит, но февраль кончается и март. Начинается весна. Все 9 лет проводили экспертизу знаний, умений, навыков учителей, работавших и не сбежавших от наших методов работы с педагогами. За годы долгих исследований и опытов учителя показали отличные знания своих предметов и телефонов наших родителей, великолепные навыки в решении и объяснении учебного материала и поиска затерявшихся по школе, по району и городу учеников. Умение в подготовке классных и внеклассных мероприятий, выуживание родителей для бесед. Поэтому весь педагогический коллектив получил оценки по следующим предметам. Организация школьной жизни – 5. Отлично. Сеяние светлого, разумного и вечного – 5. Отлично. Продвижение вперед прогресса и полета научной мысли – 5. Отлично. Расправление крыльев творческой фантазии детей – 5. Отлично. Любовь даже к двоечникам. 5. Отлично. Понимание детских ранимых душ. 5. Отлично. Расследование юношеских заморочек и даже стрелок. 5. Отлично. Оптимизм, терпение, чувство юмора. 5. Отлично. Умение получать копейки, а выглядеть на евро. 5. Отлично. 9 лет уж пролетело, и не верится сейчас, что когда-то в шумной стайке мы пришли в наш первый класс. Время быстро проходило, вот как день, а день как час. Оптом нас переводили каждый год из класса в класс. Всем вам, учителя, хвала и честь. И не подумайте, что это наша лесть. Геройски бились вы за нас и с нами, и мы гордимся вами. Тревожили мы все вас понемногу, порой зля, порой веселя, за то, что дали нам так много. Спасибо вам, учителя! Терпеливая Татьяна Владимировна. Математика, вне всяких сомнений, у нас развивает абстрактное мышление. Учителя просим при первой возможности задать нам задачку пониженной сложности. Обаятельная Татьяна Николаевна и блистательная Галина Федоровна. Русский язык, и нам не до улыбок, в кимах у каждого сотня ошибок. Пришлось приложить нам немало рвения, мы искоренили, без сожаления. Жизнерадостная Галина Ивановна, а вот история наука увлекательная, очень полезная и познавательная. Даже из пролетария сделает она гуманитария. Нежная Светлана Евгеньевна, век высоких технологий. Как ходили на урок и учили делать вещи, от которых будет прок. Шили, клеили, вязали, без сомнений мы творили. И уроки ваши очень-очень мы любили. Добродушная Наталья Михайловна, вы учили нас не только рисовать, но видеть мир открытыми глазами. Вы красоту учили понимать и показывать одними-двумя штрихами. Загадочная Юлия Владимировна, вы всегда с огромным чувством, очень выразительно прививали нам вкус к искусству, в том числе
числе и изобразительном, развивая чувство меры, приводя шикарные примеры. Добрая Светлана Михайловна, химия – наука чудесных превращений. Ею овладеть явились мы без всяческих сомнений. Ведь если тайну химии ты сможешь разгадать, то в золото булыжники будешь превращать. Изящная Дарья Павловна, с вами мы прошли лишь полпути. Нас английский ждет и впереди. Смело сможем с ним идти. Пусть невзгоды позабудутся, и надежды наши сбудутся. I just want you to know that we love you so much. Александра. Вроде географии, и все нам понятно. Исчезли на карте белые пятна. Весь глобус обошли мы вдоль и поперек. В этом нам учитель здорово помог. Зовут меня Константин Андреевич. Каждый школьник — это друг всех компьютерных наук. В интернете мы бродили, информатику учили. Справедливая Ольга Ивановна, биология – наука о живой природе. И любим мы природу при любой погоде, а также любим мы природу изучать. Пятерочки за это мы любим получать. Обворожительная Ирина Николаевна, муа парде титан франце, позабытные силы. Их петара даже кровь, та, что в наших жилах. И хотя бы нон наш все равно хромает, но пардон мерси каждый понимает. Настойчивая Татьяна Николаевна, физкультура и лекарства для ангины, и урок для воспитания дисциплины. Кто без формы в зал приходит, с единицы тут уходит. Серьезно, Ирина Николаевна, а вот физика далась нам нелегко. Не нужно много знать и думать глубоко. Но мы уверенно задачу справились. Нам физика сдалась, мы ей понравились. Игорь Александрович, гвоздь любить, конечно, сможем, инструмент не загубив. Технология поможет, только бы хватило сил. Дорогая администрация, Яна Юрьевна, Лариса Александровна, Ольга Владимировна, признаем, что вам немножко мы доставили хлопоты, но учение быть не может совершенно без заботы. Обещать готовы дружно, что всем классом к вам придем. Дорогие заучи, больше вас не подведем. Четыре двора, четыре на раз.
из класса в класс, уверенно вели вы нас. За вами шли, стремились мы, и вот теперь выпускники. Прошли мы с вами долгий путь, и это время не вернуть. Спасибо вам за все, сегодня говорим, и от души благодарим. Вот и наступил тот день, которого вы ждали целых 9 лет. Он торжественный, праздничный, радостный и немножко, конечно, грустный. Для многих из вас он откроет дорогу в новую жизнь. Вспомните, как совсем недавно вы, такие маленькие и любознательные, пришли на свой первый классный час в качестве пятиклассников. Правда, уже без больших белых бантиков, но зато с огромными букетами и такими сияющими улыбками. И вот посмотрите, перед нами юноши и девушки с такими серьезными взглядами, со своими планами на будущую жизнь. Мы часто вам говорили, что школа – это второй дом. Я знаю, что кто-то верил, кто-то не верил. Но то, что школа – это вселенная, это планета, на которой живут дети, это содружество учеников. И здесь вы впервые, наверное, научились дружить. И я не раз говорила вам, что школьная дружба – самая бескорыстная и самая надежная, и приводила примеры из своей личной жизни. Поэтому в школе вы становились, не только учились дружить, но становились и умнее, и мудрее. Ну а сегодня вы должны радоваться своим заслуженным достижениям и своим победам. И пусть сердца ваших родителей наполнит гордость за ваш успех. И пусть сегодня, в этот праздничный и торжественный день, только улыбки озаряют ваши лица. А мы верим, что у вас в жизни все сбудется и все получится. В добрый путь! Удачи, успеха, любви и счастья! Конечно, найдете. Жаль, что всего лишь один на семью. Зрелости нам аттестат выдают. Любимым
добрым, строгим, самым замечательным учителям. Огромное спасибо от нас, родителей. А ребятам, мы поздравляем вас, ребята, тоже с окончанием 9 классов, с успешной сдачей экзаменов и желаем вам удачной дороги в жизни. Дорогие наши дети, вы дороже всех на свете, с двойками и валидолом, но закончили вы школу, сколько с вами мы не спали, сочинения писали. И порою от задачи было в доме много плача, мы вас сильно не ругали, чем могли, тем помогали. Нету большей нам утехи, чем родных детей успехи. Дорогие дети, 9 лет вы были вместе, все делили пополам. Доставалось, правда, часто бедненьким учителям. А теперь вы повзрослели, стали мудрыми совсем. Мы желаем, чтобы дальше жизнь была бы без проблем. Чтобы дальше вы учились, чтобы дальше вы росли, чтобы счастье свое в жизни непременно вы нашли. Нынче радость и немножечко печали светится в глазах учителей. Много сил и нервов вы отдали, чтобы наших сыновей и дочерей научить учиться, стараться, понимать, что так, а что не так. Трудностей по жизни не бояться, ведь без этого нельзя никак. Разнесет детей по белу свету, но в сердцах их вечно будут жить ваши те уроки и заветы, что сумели в души их вложить. Благодарности за это нету края. Чтобы высказать ее, нет слов таких. Мы пред вами голову склоняем за детей, за наших дорогих. 9 класс был сложным и веселым, еще беспечным, но уже серьезным. А для родителей сплошное бедство. 9-й — это класс последний детства. И время будто разделилось, метаморфоза приключилась. Вчерашние мальчишки и девчонки пригладили свои вихры и челки, забыв на время шалости галдеж, вступили дружно в слово «молодежь». И за спиной уже успешно сданы ГИА, а впереди еще интрига. Мечты, желания, сомнения. Впервые предстоит принять решение. Удачи в выбранном пути. Расправь же крылья и лети. Ну а пока сегодня праздник. Гуляй вовсю, 9-классник. Из нашей, из школы родной, мы уходим, уходим, уходим.
Нам вернуться сюда больше не суждено. Слезы лить это нынче не в моде. Пусть чего-то не стал и не выучил, но мы уходим, уходим, уходим. Будут грозы и бури, ты только держись. Все в полоску бывает в природе. Это значит, что в школу по имени жизнь мы уходим, уходим, уходим. Кружит земля, как в детстве карусель. А 9 лет прошли, как 9 дней. Пришла пора улыбок и цветов. Пора признаний и прощальных слов. Мы будем бережно беречь улыбки, взгляды, вашу речь. Храни вас Бог, и школа озарит теплом любви и нежностью души. До встречи!